Друзья мои, сегодня я хочу показать вам одно очень красивое место, где я часто бываю и люблю бывать. Мы идем с вами к Мария Грота, пещерные святыни, в которых находится изображение Марии и называются гротами. Кто проживает в Германии, согласятся со мной, что почти в каждом населенном пункте есть такие гроты. И обычно их устанавливают вдоль дорог или рядом с церковью. Этот грот находится в поселке Дитерсхан на опушке леса. Поселок недалеко от нашего города Фульда. И сюда я люблю приезжать. Покажу вам живописные места, где установлен Мария Грота, деревья. Сейчас весна. Слышите, какое пение птиц? Здесь всегда есть служащий, который следит за порядком. Подкрашивают скамеечки, высаживают цветы, зажигают свечи, чистят камни. Конечно, сейчас конец марта, не так красиво, но все-таки. А вот поздней весной, летом все будет благоухать цветами. Гроты часто строят во знаменование определенных событий или явлений Марии, ну а также в качестве подношения обета. Становятся местом паломничества местных жителей. Сюда приходят, зажигают свечи, молятся, благодарят Деву Марию за помощь. Мы знаем, что Господь Бог никогда не может отказать в просьбе своей матери. А вот эти таблички, на которых высечены слова благодарности Деве Марии. Конечно, сюда приходят не только местные люди, но и отдыхающие. Тропинок в лесу очень много, пешеходных тропиночек. И каждый может прийти сюда и созерцать эту красоту, зажечь свечи, принести цветы, поблагодарить и помолиться. Вот такая красота. Я не знаю, сколько лет этому гроту. Конечно, много-много лет, это даже видно по камням. Пресвятая Богородица, моли Бога о нас. Я когда ухожу отсюда, состояние внутреннее, ну просто не передать. Покой. Всем добра.